Погоди, погоди, Кирилл, ты должен выйти. Продолжаем. Это как... Называй это, не знаю, боевым крещением каким-нибудь. Каждый видеошахматный комментатор, видеокомментатор, есть такое слово? Должен однажды посмотреть на то, как горит огонь в течение 5 часов. Ну нет, все, Никит, ну спать. Сейчас меня обыграет, по-моему, у него очень много времени, у меня очень плохая позиция. Ну правда пора спать. Ну да почему бы поди в конь Е3, а? Конь Е3 под бой, час еще... Конь Е3, ФЕ, ДЕ, все в порядке. Че в порядке? Без фигуры. На, меняем ферзей. А посадец 1 у нас очень плохо. Очень плохо. Очень-очень плохо. Так более-менее еще. Еще раз 6 вот скажу. Ну, а так еще более-менее, кстати. Видимо, слегка выкрутились. Так, раз делаем. Ладно, вот ничего. Петя пришел в скайп. Сейчас Петя? Будем играть в шведки. Кто будет играть в шведки? Ну, Петя? Солнце 5, ты пойдешь или нет? Нет. Или... А. Все, конь d3, да конь d3, да что ж ты делаешь? Да шах мне. Да конь d3. Да шах мне, вот какой забыл. С шахом. Ну и бей. Ну бей уже. Победа. Ну вот, звони, звони там. А я не буду играть в шведки. Тогда ты должен смотреть дальше на это. Давай. Ну, погоди, может он сейчас не примет уже, кстати. Смотри. По-моему, он не принимает. Ура, наконец-то. Все по первой бьет. Да, очевидно. Талант еще просто дикий. Эй, между прочим, с моего ника. И что? Я... Блин, ферзь же 3. Слон f5? Ой, слон f4 надо. И чё это даст? Ну же... А, ну чё ты как-нибудь там. Всё? Ну да, видимо. А, нет, я думал, сейчас что-то пишет. Что дальше? 12-1. Все, все, отлично. Мы закончим на этом.